Меня зовут Артем Акопов, мне 35 лет. Я приехал из России, из города Сочи. По образованию я учитель русского языка и литературы с дополнительной специальностью журналистика. Но еще будучи студентом, начал петь в мужской вокальной группе «Нет проблем» своего института. И после этого не осмыслю себя без музыки. От проекта «Голос Армении» я жду творческой самореализации. Хочу открыться армянскому зрителю, показать, какой я есть на самом деле. Естественно, хочу, чтобы у меня была здесь своя аудитория. Я мечтаю, чтобы под мои песни влюблялись, признавались в любви. Ну, я думаю, что в Армении у меня все получится. Как дела? Как жизнь? Как настроение? Добрый день. Все хорошо. Все замечательно. Настроение прекрасное. Готов к бою. Мне злые языки сказали, что были попытки и не раз оказаться на российском проекте, но... К сожалению, не получилось. Один раз я попал непосредственно в телестудию российского проекта на предкастинг, но, к сожалению, дальше не прошел. И я очень счастлив, что в Армении на меня обратили внимание. Ну все, в Армении обратили внимание, значит, будет победа, будет уже участие, уже половина дела, нет? Мы желаем тебе удачи, и я хочу, чтобы мы аплодировали и провожали нашего соотечественника на сцену, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Я хочу пожелать всем участникам «Голоса Армении» терпения, благоразумия, пойте своим сердцем, будьте самим собой, и все у вас получится. Тихо-тихо в нем я открою дверь. Шат, никого не жду, мне теперь не верь. Фадеев? Да, танцы на стенах. Больше не приду. Я строю этот мост, чтобы не упасть. Ни тебе, ни мне, и не унесла. Тихая вода. Танцы на стеклах, танцы не для слабых. Танцы без правил, ты так не смогла бы. Танцы на стеклах я бы не исправил. Опа! Танцы на стеклах, танцы не для слабых. Танцы без правил ты так не смогла бы. Танцы на стеклах я бы исправил. Oh, yeah. Танцы на стеклах, танцы не для слабых. Танцы без правил ты так не смогла бы. Танцы на стеклах я бы не исправил. Не представляйся, это Артем Акопов, я его прекрасно знаю. Мы с ним, друзья, познакомились очень давно на одном конкурсе, где мы вместе были участниками. «Фактор А» был такой проект в России, да. И мы с ним ходили, и нас с кабинета развернули, по-моему, да, что-то такое было, нас не взяли. Вот, и мы с того времени дружим, представляете? И этот негодяй мне не сказал, что он прилетает в Ереван и идет на конкурс. Это было бы нечестно, я просто хотел увидеть твое лицо, я надеялся, что ты... По-другому не могло быть. Я знаю, как он поет просто. Это, ну, вы сами слышали. Я не буду долго расхваливать. Это прекрасно. Я тебя не заставляю идти к себе. Если ты это сделаешь, я буду только счастлив. Нам есть с тобой что сделать, потому что я тебя знаю как певца, как человека. Но если ты выберешь других наставников, я буду не против, не буду... Вообще-то не против. Ты
ты волен. Ты развернул троих, ты волен выбирать. Спасибо тебе. Давай касель, ПТТ-з Ерекин, бац, хастат, ПТТ-л Чорсин. Угаки, Арсен Хаскасавош, ты же пайкар линелю. Угаки, Софин, кнопка, корцелел, мипа. Ինչև գտա ուշեր։ Ամեն դեպքում սալի ձերքերում է լինելու, շատ ուրախ եմ, որ մեր նախագծում է արդեն նա։ Որպեսզի ես չդիմեմ ձեզ նույն ձև, ոնց որ Սևակը նիգադյայ, խնդրում եմ ձեր անունը կհիշեցնեք։ Արտյոմ։ Արտյոմ։ Արտյոմ, ես ընդհանրապես մի բան կասեմ, շատ կարճ կասեմ։ Դուք շատ գեղեցիկ եք երգում, շատ գեղեցիկ տեմբր ունեք։ Ինչը ես շատ եմ գնահատում։ Ու այդ տեմբրը դուք ճիշտ օգտագործեցիք, ու տեմբրը դուք ճիշտ երկի մեջ օգտագործեցիք եւ հիմա ես արդեն վերջնականապես հասկացա թե պատճառը ինչն էր դրա պատճառը նա էր որ դուք անցել եք բազում մրցույթներ եւ այսօր հայտնվել եք Հայաստանի ձայնը նախագծի բեմում եւ արդեն Հայաստանի ձայնը նախագծում ես ձեզ շնորհավորում եմ բրավո ես հասկանում եմ որ իմ շանսերը քիչ են հիմա որովհետեւ Սևակի ընկերնես Ну, не мит հերա գնահատի։ Բայց, ինչե՞ ոչ։ Բայց, ոնց կարան քիչ լինեն, ու՞ն է։ Ես ավելին կտամ, քան Սևակը հավատա, եւ Սևակի հետ դու ընկերներ եք։ Ամենուր կարող ես տեսնել ու ինքդ քեզ խորհուրդներ տա։ Բայց ես քանի որ Հայաստանում ես, կարծում եմ պետք է քեզ ճիշտ բայի, քանի որ իմ խումբ գաս։ Դե երիտասարդների մոտ չարժի գնալ։ Երիտասարդների մոտ սոֆի պետա։ Այս դրա համար չեմ պատտվել։ Սոֆի։ Խելացի տղես, կարծում եմ գիտես ինչ պիտի անես։ Правда, я не ожидал, что обернётся, что обернётесь, вот что будет три человека. Правда, спасибо вам большое. Спасибо за добрые слова. Спасибо за то, что вы меня услышали, что услышали моё сердце. Мне это очень дорого, я этот момент запомнил на всю жизнь. Всё-таки я пойду к Севе. У меня ноги подкашивают. Я себе стравил, ты так не смогла бы танцевать. Эй! Поздравляю! Спасибо большое!